Мне на вампиров дали на последний тур, там, короче, я мог попасться на кучу разного хлама, типа Нурглей, типа Халфлингов, там еще какой-то Кал. А мне выдали самый неприятный вариант в виде... В виде ХД, вот. ХД это неправильные гномы. Не люблю, не люблю неправильных гномов. Ладно. У меня есть две пятки. Этого достаточно. Коровка, наконец... Да, наконец-то корова. Ой, ну не хочу, не хочу играть. Не хочу играть. У что-то как-то это... Не, не, не стоит вот, на эту игру. Ну ладно. Что-нибудь придумаем. Так. Э, что у меня нужные рабики-то не стоят? Так. Выпускаем всех рабов, которые хоть что-то умеют. Вот. Ну, давайте покажем класс в последних двух играх. Вот. Я ничего не жду. Мне, в общем, пофиг. Желательно, конечно, коровку побить. В смысле, пофалить и сломать ее. Это единственная вещь, которая очень важна. Ну, корова, конечно, тоже было бы неплохо. Ну, сложный матч, сложный матч. Мячик улетел не очень здорово. А я бы корову подставил бы. Чисто по приколу вдруг поймает. Вот. Ну ладно. Грумберт получает в дычу. Ну, Грумберт будет лежать отдыхать. Да, все. Ты, ты, ты прилег надолго. Окей. Сила Фенда Ой господи, про... там булка с лидером? Да, там булка с лидером Только не говори, что это ПО... Ой! Это ПО коровы в раба! На... Ого! Ого, ничего себе Да это опасный оппонент Я прям удивлен немножко. Окей. Хорошие кубы. Ну зря тратит ролл, кстати, сильно зря, на мой взгляд. Типа это это, это совсем не нужный ролл в этой ситуации. Ну как бы, ладно. Зачем ролл потратил? Не понимаю. Я начинаю думать, что шедовинк на черке. Он там не просто, там подскок шедовинк. К слову, он-то почти играл, почти играл. Так, а ты... Э... Ну, это немножко странно, но ладно. Я немного не уловил посыла этого действия, но как бы окей. Так. Ладно. Жаль. Привет, спиритолог. Тебя сегодня у шведа показывали. Ну, молодцы, молодцы, ублюдки. Вампир сразу обосрался. Отвратительные кубы. Меня, да, тебе. Да, как ты за андедов? Это эт ты угадал. Привет, челлендж. Да, это челлендж. Ну, последние две игры. Я надеюсь, что последние. Как бы мы, мы почти закончили э, наше бытие в челлендже of Unknown. Я надеюсь. Не могу сказать, что это так, я надеюсь. Привет, султан. Я устал играть за вампиров, мне хочется закончить. Я, я даже никого обманывать не буду. Я не играю на луз, понятное дело но я просто устал. Мне, мне прям вот критически требуется отдохнуть от ББ вот настолько, насколько это возможно. ББ вызывает у меня такую, типа, аллергенную реакцию. О, отлично. Это хороший КБ, потому что он не протолкнул, как хотел. Ну, пяточка пробилась, ладно, бывает. Неприятно кушать пяточника в этой ситуации, но вопрос-то в том, что выбора нету. Второго уже съел. Ну, жажда слишком часто срабатывает. Ну что за говно-то, а? Ну что за кубы? Блин, ну Три единицы заход, как обычно. Спасибо вампиры. Вот поэтому, слава богу, это последние две игры. Я не могу уже просто этого терпеть. Две жажды у тебя четыре вампира, ты кидаешь по две жажды заход, при том, что ты должен до... кидать одну жажду на шесть вампиров. Ну, типа в теории, в теории должен кидать одну на шесть, а кидаешь э э по две на четыре. То есть у тебя 50% жажда вместо э 16%. Ну, это помоечные кубы. Помоечная команда с помоечными кубами. Не знаю, тошнит от Бладбоула. Побыстрее бы оно все кончилось. 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1. Госс, вот Валикос любит поошить, конечно. Потому что он команду только ради ПО и взял-то, я, я, может, не понимаю, а тут план был. У него была какая-то стратегия, он ее придерживался. Не очень понял этого посыла, ну ладно. Ну конечно, но оппонент кидает шестерки в 1D, я не кидаю. Потому что гладиолус. А в чем смысл этих красных кубов? На ну, этих красных кубов не было смысла. Блять, каждый ход, каждый удар жаль. Просто по, -по, по 10 жажд, будьте добры, а то их очень мало. Не, хв... Не хватает в жизни жажды. Я офигею, конечно. Реально, каждый ход пачка жажды. Просто вот на любом действии будьте добры. Пачечку жажд. Удивительно, что здесь не жажда. Да, это неплохо. Это неплохо. Ладно. Отвратительно. Без пробоя говна кусок. При том, что у молнии плюс один, но не вампиры просто проклятые. Проклятый кусок неработающих фекалий. Окей. Ладно. Надо к этому привыкнуть. С другой стороны, оппоненту надо сделать подбор 3 плюс, типа в такл зоне. Это не так просто. Обидно. Может быть не надо было тратить мага. Я подумал, что он убежит. По факту ему некуда бежать. Зря потратил мой косяк. Пробойчик очередной. Ну, это об обычная игра с ХД. Но странно, что у меня только минус 2 в данный момент. фу 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 конечно. Но тут очень приятно. С учетом того, что у него еще подбор остался. Ну конечно шестерка, конечно, и естественно сразу же работает пробой, ну конечно. Как же как же иначе? Как же корове то не дать пробоюшки? Вот вот никто не ждал, а оно случилось, да да да, как обычно. Никакого никак такого не было. И вот, как говорится, опять. Естественно, в один дел оппонент все получается. Мы сейчас еще 20 жажд кинем, это понятно. Ну, но ну, если единичка не на жажду, единичка на додж. Ну, кто бы сомневался? Кто бы сомневался? Да ну ёб твою мать, серьезно, ну можно, пожалуйста, не все кубы единички, пожалуйста, а то вот просто все кубы единички, и игра говорит, ну играй с этим, ну чё, чё ты, чё ты вообще как не родной. Пипец. Просто очень интересно, что надо делать в таких ситуациях, когда ты кидаешь только единички. Потрясающе. Лучший симулятор бросания 1D кубов, который я когда-либо видел. 1, 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 1. И что-то надо с этим делать при этом. 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1. Один, 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 вот ей богу, поиграл 5 минут на вампирах, уже хочется кому-то лицо разбить. Настолько блевотная, бессмысленная, тупорылая команда, которая ничего не умеет. Еще и в контрамачапе. Ну ничего, оста осталось потерпеть э -э вот, буквально полтора часа. Полтора часа потерплю, и потом о вампирах даже вспоминать не надо. Един... Единственная радость. Надеюсь, что Валикус перестанет играть ногами и сделает так, что я смогу с чистой совестью дропнуть вампиров. Надеюсь, что Валикус постарается. Мы уже потратили, грубо говоря, почти все рероллы, отыграли половину тайма. Вот столько единиц я кидаю. Я немножко устал кидать столько единиц, как-то что-то многовато, конечно. Странно, что на мага не было единиц, как вчера я кинул две единицы на мага. Какая, какая болевотная игра. А кем ты собираешься мячика выбивать? Типа еще гафы кидать? Я немного не понимаю посыла оппонент, ну ладно. Привет, Хоха. Но мы проиграли этот драйв, даже использовав мага, потому что маг говноецкий не пробил. Ну, а потом мы начали кидать наши единички. Массово. 2-2, будьте добры. Так, ладно. Единичку на... Давай, единичку. Ну, конечно, конечно, корова ничего не дает. Естественно, у него перфекта пробой каждым ударом. А я не хочу выходить, я хочу вылететь. Я этом на куске говна устал уже играть. Я просто в рот любил вампиров, спасибо, я наигрался. Мне неинтересно. Не хочу подходить к ним на пушечный выстрел. Вообще. Пошли они в пи то самое место. Просто каждый, каждый ход я начинаю с единичек и двойка с единичек. Каждый, без, без исключения. Вот, вот просто, если можно кинуть единичку-двойку, я кину единичку-двойку. Крис, а ты... Ну, конечно, ну, ну вот каждый ход надо кинуть по 5-10 единичек. Я могу две игры проиграть, тогда почти наверняка не выйду. А судя по тому, как я бросаю единички-двойки, то вот просто тоннами кидаю их. Это будет неудивительно. Все идет к лузу с тем, что у меня уже кончилась команда, и у меня каждый ход это по 3-4 единицы. Я немножко устал кидать каждый ход по 3-4, 5-6, 10-100 единиц. Натурально каждый ход я кидаю единицы. Все, у меня других кубов не бывает, в принципе. Вот я два хода покидал по три единицы подряд. Вот как бы приехали к такой ситуации. Но еще у оппонента пробой потрясающий. Хорошо, хоть аптека сыграл. Наконец-то потратил аптеку на вампира, а не на какой-то мусор. Бортвесило лузнули эту игру, но какие-то говно бесит вампирское. Блевотная команда, мусор просто. Говно из-под ногтей они а команды ничего не умеет. Просто самая мусорная команда Ивар. Хуже говна нету в игре. Более, более блевотных механик, более блевотной тупорылой команды в принципе не существует. Са самая большая каловая масса, которую когда-либо придумали. Ну, что, более, более куска говна, чем вампиры, не придумано и не придумают никогда. Просто тир-3 мусорная команда из говна и палок. Как вообще можно играть этим говном? Да ну блин. Ну понятно. 唉。<sighs> Надо, надо, надо просто чтобы вот Валикус чуть-чуть приподнял уровень игры и вынес меня вперед ногами. Я уже просто не могу играть на вампирах. Просто вот пять минут еще ненависть такая, которой никогда не было. Ненависть, ненависть, ненависть. Ну и да, надо, чтобы вход можно было использовать по 5 реролов, чтобы можно было спокойно играть этим говнищем. Потому что без, без реролов оно вообще неиграбельно, я не знаю. А в чем смысл поднять корову, то я не понимаю? Значит, сначала надо гнать а не кидать гафы, которая может закончиться один-один. Это неправильно сыграно. Или ты сейчас собираешься дать пас корове? Ну, похвально. Оппонент продолжает уверенно кататься лицом по клавиатуре. Это, это неуважение. Так, здесь все немножко сложнее. Наверное, надо сразу кидать 3 плюс и 2 плюс для подбора. Так, окей. Да, наверное, сразу надо начинать с 3 плюса. Ну, окей. Сразу начали с 3 плюса. Как хорошо играть без Ерола в Bloodborne. Этого игрока я специально никуда не дергал, я собирался дать ему пас, но как бы, ну не умер, нормально. Ой, как я ненавижу вампиров. Сейчас еще с девочкой Бладвайзер колокола не встанут и столько веселья будет во втором тайме. Ладно. Я просто, если что, ребята, я еще очень голодный и злой, поэтому не обращайте внимания. Лучшие кубы, которые могли быть, признаю. Лучше этих кубов ничего сейчас быть не могло. Это идеальные кубы. Вот это уже похуже. Живи, Боби. Теперь ему придется давать пас на корову, потому что не добегает. 2 плюс 4 плюс гол. Сейчас все получится, и мы прососали этот матч. Ладно. Ладно. Игра остается. Все не так плохо. Ой, еще бы знать, что мы могли бы сделать в этой ситуации. Понятно ничего не можем сделать в этой ситуации. Но нет смысла. Блиц я уже не поражал, потому что я хотел блицануть с блоком. Ну, ладно. Окей. Блицанули, в общем. У меня встал... Встало два нокаута из четырех. Это при том, что у меня как бы две девочки в Но окей, окей. Ладно, мы в полном составе, у нас даже замена есть. У меня не встал только полезный блок и краб Могло быть хуже, наверное. Ладно, сейчас, сейчас подумаем, что делать. Все плохо, понятное дело. Ну, в принципе, игру вампиров можно описать словом Все плохо. Это что такое игра вампирами? Это когда все плохо. У турнира есть призы? Нет призов. Ладно. Ой, медвед. Ну, давайте медведом понесем. На заклание медведу отдадим кого отдадим-то? Давайте Ваниха. <laughs> так. Может, одного педателя на Гагрыза лучше на заклане отдадим? Так, 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 так. Не, непривычно играть полным сетапом вампиров, ребята, я вам скажу. Полный сетап вампиров это что-то необычное. Мячик улетел плохо. Ну ладно. Мячик улетел плохо, но это не страшно. Хорошо, когда у тебя есть бесплатные блоки. Где то со, его никто не смотрит, за него никто не платит. Поэтому это со практически не. Я играю без стримов в ТСО, но как бы. ТСО, к сожалению, не, не шибко востребованная игра. Вот. Так, наверное, все-таки лучше стукнуть как бы вот эту мразоту. То есть мы сейчас заведем еще... Рерольнем 1-1. Давненько не было даблы, действительно. Да это нам и не хватало. Корысь-корысь на стриме, ну, для меня это работа. Я никогда не скрывал этого. М м можешь, можешь иронизировать на тему корысти сколько угодно, но как бы мне кушать хочется. Поэтому, как бы, кор корысь вполне очевидна в этом моменте. Взятка есть? Нет, взятки денег не хватило. Хватило на мага? Маг говно. Хватило на девочку Бладвайзер? Девочка Бладвайзер, к слову, по-моему, и не сыграла. Да, девочка не сыграла вообще. Вот, вот так вот 50 тысяч выкинули в никуда. Ну ладно. Подозреваю, что будет еще драйв. Я даже подозреваю, что сейчас сделает оппонент. Полетит коровой, как он это сделал уже один раз. С взяткой игра была бы немножко... Я фалил корову, но корова оказалась слишком крепка и как бы... Что-то как-то не очень. Неправильно встает Валикус, на мой взгляд, но как бы... Ну, я нубас, без вопросов. Ой, даже так, а я думал, будет в... Ну, ладно. Он коровы хочет забежать. Не, ну у меня сейчас есть хороший план, как сыграть. Надо кинуть просто несколько два плюсов, ребята. Изи, изи. Как, как мы это... Ой, приятно. Это немножко неприятно. Но это отчасти правильный ход от Валикуса. Отчасти. О, это здорово. Это здорово. Значит, мы кидаем раз-два плюс. Потом мы делаем блиц, снимаем здесь. Потом, ну да-да-да, так и надо делать. Два плюс, я сказал! Блин. Вот Bowl мразотная игра. Ну, ладно. Теперь, теперь надо кинуть два, кучу два плюсов без реролла, потому что мы первые засрали. Ой, господи, спасибо ББ за эти непередаваемые... Надо было покидать два плюса, начали соединиться. Теперь нет смысла и теперь проще давать пас. Теперь самое страшное. В том плане, что надо кинуть ГФИшечку, в любом случае надо ее кинуть. Спасибо, дорогой. Да! Скилл! Вампирская двухходовочка, все рассчитано! Так вот. Изи. На скилле. А так вот. Чувствуете скиллуху? Э, два года учился играть на вампирах практически. Еее! Мерзкие вампиросы сделали свое дело. Ненавижу вампиров. На гол был приятный. Но ненавижу вампиров. Ладно. Давайте ивент на минус ход, например. Мне кажется, Валику специально сливается, чтобы самому не выйти в ПО. Что это за, что это за план вообще? Я чувствую удачу. Но план-то был несложный-то на самом деле. Ну, в том плане, что... Мне надо было накидать, ну, скажем так, с реролом в целом это был несложный план. Но то, что мы первым действием потратили реролл, то да, тут, конечно, зашевелилось в заднице, и было ощущение, что сейчас как бы... Сейчас могут возникнуть проблемы. Это правда. Я бы не сказал, что это глобальная удача. Это как раз это запланированный гол был во всех отношениях. Хорошо, что я не встал очень близко, ивент максимально корявый для меня. Ну ладно. Но, честно говоря, я думаю, что все будет плохо. В том плане, что мне тяжеловато в этой ситуации э, что-то противопоставить э, Вот этим мразям бородатым. Мерзкие бородатые черти очень сильная команда, и как бы. Не знаю, что может помочь вождю. Молодец, молодец, Айчурсин лапушка. Ты, ты мой дорогой друг. А? Ты опять блиц в пятку он собирается делать, жаль. Притом неправильно сыграл два куба коровы, хотя можно было свободно давать три. ПОшить, кстати, не стоит. Вот это, вот это... В первый раз Валикус не запошил. Ничего себе! Валикус, как... Ты чё не запошел-то? Что Сл... случилось, дорогой? Ай, чурсин, ай, чурсин. Но в целом ситуация плохая, конечно. Типа нам к мечу будет очень тяжело пробиться, и как бы. еще у нас есть проблемы некоторые. Еще Валику специально дает нам удар. Я понимаю, что он хочет сделать. Окей, тут, тут план понятен, кстати говоря. Здесь план понятен, хотя мне не очень нравится, как он встает и он играет на победку, к слову. К слову, он играет на победку. I catch you eyes. Так, окей. Сначала надо сделать удар. А с другой стороны. Допустим, здесь можно сделать удар, ничего не боясь. И даже здесь поднять игрока. Вот это самый неприятный момент в этой ситуации. Хорошо. 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 Так. Да вообще лапушка. Ладно, не буду тратить ролл. Хотелось еще две клетки пройти, чтобы перегородить переход направо, но ему и справа тяжеловато. Проблема в том, что у моих вампиров нету ни одного засанного такла. А играть без засаны, э, засанных таклов немножко тяжело. Вот понимаете? Когда у тебя нету такла, есть легкое предчувствие, что могут быть проблемы. Вот. Клавса сыграла! Тонкая шутка. Э, ладно. Отличные кубы. Остается. Во-первых, ему надо кидать пас с более дальней клетки. Видите, я, я посчитал. А во-вторых, во во-вторых, э есть перехват, что как бы не может не радовать. То есть, это, это очень здорово. То есть ему надо давать. Я понимаю его планы, я играю слегка в банк. То есть я сейчас делаю атаку, которая по факту очень страшная. Но даже с Гелой пас сложный. И еще перехват. И еще додж надо кидать. Как бы... Я понимаю, что шансы говно, но... Но мы пробуем. Мы пытаемся. Жаль. Жаль. Ну что, 6 плюс, сейчас кинем победа. Изи. Изи! Изи 6 плюс, ребята! Ну ты... Ну что ты делаешь? Тебе пас отсюда надо давать. Блин, обидно. Единичка на перерыве. Об... Обычно моя единичка. мерзкие дряни, а? Мерзкие дряни, ладно. Ненавижу, ненавижу вас, мерзкие дряни. Ладно, бывает. Еще и вонющая корова дала кубы. А, Ситар! Нет! Ситар, как ты мог? Ну, кстати, все, все само кинулось. Ай, сучьи мисклики, сучьи мисклики, господи, как я ненавижу эту мразоигру с ее мразыми скликами. мисс я, ладно, говна кусок, ладно, ну я про Бладбол, говна кусок Бладбол, ладно, обидно, обидно, мисклик, ну хотел вытолкнуть с поля просто, но мисклик, типа, здравствуйте. Здравствуйте, я ваш мисс Клик. Это была изи-ши... Какая прокачка вампос? Это было изи-выталкивание с поля, если бы я не мискликнул. Я мискликнул, стал, надо было толкать наискосок, э, вставать вампиром, толкать этим. Это было бы выгодно, хорошо и удобно. А я, то, что я армор пробью, это вообще не факт. У меня была идея вытолкнуть на простых кубах, но я кинул говнище. Ну, еще я нажал говнище. Тоже другой вопрос. Обидно просто. Ладно. А чё, Валикус не забивает? Ты что, серьезно? О, господи. Ну, это бесит Сетар, Это тупорыло сделано. Я, не... я, знаю, что такое бывает, но вот оно дернулось. Я нажал не туда и ненавижу Бладбол. Ну, это... Ну, какая разница? В общем, это все сделано по-идиотски и... Нехорошие люди занимают... Чего? <звяк> <связывающие> Я что-то не понял глубинной мысли моего оппонента в этой ситуации. Но это, это настолько, простите, жадный Сталинг, что, ну, как бы, Отвратительный куб. Как я ненавижу вампиров, Господи. Я-то собирался даже два ГФИ делать, но спасибо, просто супер кубы. Супер кубы. Он еще и пробился, ведь понимаете? Мало того, что эта мразь кинула 1-1 на ГФИ, эта мразь еще и пробилась. Не, в Бладбол не, не надо играть хорошо. Достаточно просто кидать хорошие кубы. Это известный факт, ребята. Бладбол вообще не имеет никакого отношения к хорошей игре. Надо просто кидать хорошие кубы. Все. Валикус с, эти, с этой задачей справился, конечно. Молодец, Валикус. А я не молодец, я не умею кидать кубы. Смешная шутка, Сетар. Всем чатиком смеемся. Ну, согласись, что это просто ну супер анлак. Ну, что тут, что тут греха таить? Оппонент сыграл неправильно, а игра меня наказала. За ни за что, кстати. Игра просто так меня наказала. Скаттеры могли быть совершенно разные, сетар. Дядь, какое говно, а? Ладно. Вытолкнуть вытолкнуть легко воина Хаоса или вытолкнуть нелегко корову. Наверное, корову. Но мне в любом случае хотелось направо его гнать по вполне очевидным причинам. Так, я добегаю, не добегаю. Сейчас посчитаем добегаю. Давайте. Давно жажды не было. Ну, естественно, нет. Ну, не съели. Мне, понимаешь, не всего надо было бы две клетки отходить, то есть мне надо было раз и второе делать ГФИ, в другом случае тоже, потому что не надо, нельзя было, чтобы меня зажали к краю карты. Ну окей. То есть мне надо было уходить вправо, подальше от его основной массы игроков, и желательно уходить на две клетки от края. Но вместо этого как бы, ну вот, вот как бы так. Ну, оппонент дразнит судьбу, видимо. Еще сейчас поет вампира. Нет, ну в 1D вампира поедет, что ли, или в 2D. Ну, Валикус смелый парень, единственное, что можно сказать. Я, я я кинул один один. Это это уже все не имеет как бы разговоров. Это первая, это первая игра. Но это не уважение, ребят, это не уважение. Отлично. Теперь важен порядок. Но без реролов это, наверное, лучший план. Ну, не то, что без реролов. То есть, здесь надо делать додж 3 плюс и гипноз. И ради одного удара. Нет, наверное, мы все-таки пойдем. Не так. Вери найсу! Найсу! Вери найсу! Найсу вери! Вери найсу! Так, окей. Okay. Да ну серьезно! <свят> Блин, ненавижу эту игру. Просто ненавижу. <свят> Ладно, все нормально. Ему тяжело забить пока что еще. <свят> Скадин один второй раз хватит этой даблы, хватит слишком много даблы для этой. Я сейчас просто изейше забивал второй гол и ссал ему на лицо, простите уже за такие подробности. Я второй ход подряд кидаю, дадул, второй ход подряд, понимаешь, многовато, многовато дал единиц для такой игры. Агила, правда, не добегает до гола, то есть ему придется давать сложный, ему придется давать пас, и, видимо, пас корове. Этот это просто не добегает. Просто вот эти дабл единицы горит, горит просто очаг уже. Ой, хорошо. Он не будет реролить. Рерол! Серьезно? У него же тебя не добегает. А, ты сразу кидаешь. Сложный вопрос. Не, ну ладно, что сложно это? На самом деле план, конечно, изейший. План, план простой, как три копейки. Здесь даже думать не надо особо. Ладно. Зараза, Валикус. Зараза, из-за тебя придется играть еще, видимо. Так, ладно. Но реролим, нам надо реролить жажду. Ну ладно. <Слых> Эльфы и даблы я кидал 4 хода подряд. Ну, у меня разочек зверь Нуркла, помню, 5 раз заступил подряд, и все, когда должен был тройные кинуть. Да, я помню, Сетар, я помню. Но это как, знаешь, как вчера я Нурглями чуть не забил. Вот. Да как... Да, да Валику спокойно должен был забирать ничью. Но он испугался двухходовки или одноходовки от меня. Привез немножко. Он, он слишком жадно сталил. Эй, моряк, ты слишком жадно сталил. Ну что, не, может еще ничью вытащить? Нет, даже пас не вышел. Какой-то криворукий габлач. Криворукий габлач. Чудом! Чудом взятая победа! Вообще не наиграл на нее, но окей. Чудом! Зараза подставляет меня специально, ведь, я уверен. Ой! Медвед качнулся! Е-мое! Вот это здорово! Вот это, вот это клево. Е-мое! Вот медвед качнувшийся, это классно! Ну, это у меня тоже ощущение, что он меня специально подставляет, чтобы самому не играть. Так, ладно. Мы качнули, по крайней мере, вампирчика. Так, быстренько докупаем раба. Давайте как раз в честь. В честь новоприбывшего. Даже так назовем его. Так, окей. Ну, понеслись. Обидно, конечно, обидно. Эх, ладно. Не, еще непонятно. Ну, по идее, конечно, после одной победы я уже почти наверняка вышел в ПО. Потому что у меня теперь 21 очко. И... В общем, это погада. Так, берем мага, берем взятку и поехали. Эй, ну специально же сделал. Ну специально слил, я уверен. Валику сумеет играть. Хоть... Ладно, а что делает Бладвайзер? Плюс один... Короче, кидаешь не 4 плюс на вставание, а 3 плюс. А если две девочки Бладвайзер, то 2 плюс. Подним помогает вставать из нокаутов. Такая обидная победа. Черт. Это звучит даже странно. Какие индусы? Взятка и маг. Обидная победа, ребят. Обидная победа. Валикус не дает мне тактически лузнуть. А мне пятку убили, да, в прошлой игре одну? Окей. Я считался, меня дисквальнули в коле, но не надо было левать. Ой, господи, какой Валикус нехороший человек. Ладно. Специально это все сделал, я уверен. Ой, Валикус. Уме умеешь ты подлить масло в огонь? Потому что я не все Об... обидно. Я не вся использую такую расстановку спиритолог. Ладно, первый матч можно пока залить, пока меня будут избивать на лосе. Обидно-то как, обидно-то как. Так, ага, ага, так нет, документы, Бладбол два. Обидно. Вали Валикус ни себе не О, опять понятно. Коровы бесит меня. Ой. Прикрывает корову. У меня, у меня ощущение, что Валикус реально играет только ради того, чтобы коровы побить. Вот, лишний раз. Вот Валикус бьет корову и, видимо, ловит от этого какой-то супер-мега-каев. Вот. Я, конечно, не уверен, но есть, есть такой предрассудок у меня. Ладно. Корова взяла броню. Но это имеет смысл какой-то. Интересно. Это у меня слабенький парень. Он, скорее всего, не убежит, но попробуем. Так тебя еще на сезон вперед? Не, ну, с Абуз понимаешь, Абуз это вот некое зло, с которым приходится жить. Вот. Ты это зря, в общем. А табу дворфов, как от судьбы не убежишь. Вот сейчас, кажется, Валикус играет серьезно. Вот по ощущениям, сейчас кажется, Валикус заиграл нормально. Но я к тому, что вот этот план его уже кажется более веселым, понятным и адекватным. Кинь, пожалуйста, 2-2. А, тут же три куба. Ну ладно. Ну кинь 2-2 сейчас. Окей. Видимо, мы потеряли еще раба. Ну, Вали, Валикус отлично умеет ломать команду. Это я уже понял. Без вопросов. Грандмастерский уровень ломания команды. Ну ладно. Не страшно. Так. Сейчас надо подумать. Я к тому, что здесь очень важен порядок действий. Так, если мы захотим кушать, пятка у нас есть, следовательно и взятка есть. Сначала фол, потом последний важный додж. Жаль. Потрясающе. Спасибо, спиритолог. Отлично сыграно. Зададжил как бог. Как бог. Люблю вампиров. Мы уже играем в минус три. Э, а вот. Два хода, мы уже в минус три. Сразу видно мастерство, которое не прокуришь, не пропьешь, как говорится. Конечно, кинуть 3, потому что вероятность, типа, очень высокая. Мы не кинули первый же додж, но это прикольно. Понимаете, не кинуть значительно сложнее, чем кинуть. Вот прям реально супер сложнее. Почему не в 2 куба? Ну ладно. Живи, Solar Prominence. Ну, сейчас за ПО что-то, да. Спасибо. Вот этого я не очень понимаю, ну ладно. Корову-то я... Ну ладно. Я корову-то вижу. Смысла даже не вижу бить. Мы гипнозом добегаем там. Удар раз, удар два. Так, ладно. Не очень понимал смысл этого момента. Ну, ладно. Отлично. Привет, Метанол. Тебя сбрили с первого места. Ну ладно, мага реализовали. Опять на лос, правда? У нас не встал один вампир. Спиритолог. Окей. Не знаю, сколько наша мужественная дружина еще переживет такими темпами. Окей. Okay. Так, э -э -э. я просто видел, сегодня табличку вывесили с АС-командами и вообще, кто выходит по расам. Вот. Поганый тачбэк опять. Два раза подряд какой-то нелепый тачбэк. Ух ты, сколько что-то люди начали играть резко, я смотрю по табличке. Не, мы пока не в меньшинстве. Вот сейчас мы уже в меньшинстве, но у меня так-то еще. У меня запаски много. Громберг живи. Корова не пробила с первого раза. У -у -у! Ну ладно. Хорошо. Корова будет пытаться докачаться пасами. Я уловил. Френзи Корг быстронок. Какое-то не. Это не имя для такого персонажа. Из-из-из... и двойники. Так. А? а, ты корову сейвишь, я понял. Так, ну это шанс, если сейчас пас не выйдет, или не знаю. Шанс такой си. Громко сказано, что это шанс, но все-таки. не спиритолог, не скармливает. Тут теперь, тут теперь все немножко иначе. Мы его помарчим на всякий пожарный. На всякий пожарный мы его, конечно, помарчим. на это потратим. А у меня 5 роллов. Лол. Так. черв все немножко сложно. Я имею в виду, что... Нет очень простых, понятных мувов. Начнем с вот этого мува. Ради него мы гипнозится дали. Да, давайте. Взятка есть, тут восьмой армор. Ладно. Давайте в наглую. Ой, а, молодец-то, а! Кто это у нас? Демоньякус новенький. Умница. Добежал таки. Ладно, умница, умница. Действительно, порадовал, порадовал. Надо было так кидать два даджа, я бы вообще вот сюда бы встал. Ладно. А был бы у нас еще четвертый вампир, Настолько бы все стало приятнее вообще. С четвертым вампиром мы бы ему сейчас Кускину мать бы показали. Ой, жаль не. Притом он потратил один додж и сейчас мог... А, ладно, ладно, ладно. Не мог, не мог. Это же не та команда. Ха-ха. Ладно. Так, стоп, а корова на 4 плюс встала? Лол. Ладно. Спасибо, корова, я тебя понял. Мне чуть не нравится, что делает Валикус. Он что-то как-то странно идет в мяч в 1D. Ну, рерол в 1D, череп и все. Ну, ладно, не череп, но, скорее всего, тоже все. Ну, если у нас проталкивание на гол, Значит, наверное, не очень нужно. Ну ладно, посмотрим. Хорошо. Если я здесь не уроню, ладно. Не очень хорошо, но ладно. Теперь надо кинуть 2-1-D броска. И на них я готов тратить реролл. Да! И <прыжение> хорошо! <прыгане> Ой, ты же ты кто у нас? Рандом! Умница! Умница, рандом! Ты моя лапушка. Так, окей. Да, и тоже нормально. Стоим. чё в принципе, от этой бороды можно сбежать просто. Мне вот, 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 вот с ней контакт как бы вообще не это. Да, даже, даже так вот. Дайте. А, еще можно в дычу дать. По реролям 4 хода, 4 рерола. А, вот, Скинули даблу, ребята, несчастливую. Все, изи. Кин кинули даблу, чтобы не выпадать из традиции. Нормально. Все нормально, все хорошо. О, кстати, пупок не проходит в ПО. Колян не проходит в ПО. Блин, ну ладно. Какая хорошая корова. Такие же вампиры имбовые. Ой, пошутил. Ой, все рассмеялись. Ой, вообще прям... Затролил Сашу как мог, умница. Кинул все кубы, пока Валикус. Вот это жаль. Ммм, вопрос в том, нужно ли мне кидать гипноз или просто как бы кинуть 2-2 плюса и не париться. Навер наверное, не лучше не париться. 2-0. Валику с я ненавижу. Ей-богу. Нет, еще еще даже победы нету это правда но но как бы все несколько лучше чем я прости господи ожидал имба ну имба имба да тут, тут как бы не будем никого обманывать конечно имба ребята <свы> Если, если, пытаться делать пасы э, 4 плюс коровой рядом с вампирами, то, конечно, вампиры в МБУ превращаются. Тут без... вообще, ребят. Вместо того, чтобы носить... Такое впечатление, что просто это первая игра, и Валикус пытается качаться, не играя на результат. Очень похоже на поддавки. Мне неприятно. Ощущение, что он не хочет играть в ПО и отдает игру. Ой, это плохой ивент. Это ивент, который позволяет ему еще и забить, ребята. Еще меня побьет лишний ход. Жив. Многогрыз живи, ты моя последняя пятка. Хотя я пятку снова не использую. Про... Спаси... Это ни себе, ни другим, ребята. Ни себе, ни не другим. Нет, я наоборот, я не хочу Алларион играть. Я хочу побыстрее залузать вампирами и закончить на этом. Но игра не дает мне быстро залузать, вместо этого я получаю вот это вот все. ненавижу валикуса вообще просто это ошибка кстати то очень неправильно сейчас играет ну ладно Вот реальное ощущение что валикус пытается испортить эм, игру мне а не себе. По таким, по таким, как бы, смутным ощущениям. Вот. Ладно. Приролим. Не хочу сейчас кушать. Если не получится удары, то это не страшно. Немножко не получилось. Если бы уронили, было бы 58 фол, было бы получше. Ну, ладно, дали ему полежать ходик. Нормально. Могло быть и хуже, как говорится. Ладно, на всякий по. Я хочу еще сохранить этого игрока, поэтому Жаль. Ну, не умер. Ладно, нормально. Коровка добегает до удара. Добегает. Ну ладно, с тремя гофы. Вообще можно было сейчас в атаку побежать и, типа, пытаться поиграть на гол, но Валикус-то просто мне команду хочет убить, это я уже понял. Оп, это хорошо. Ну, здорово. Последний реролл. Ну, нашлись кубы по Solar Prominence. Поставили Минотавру послушать Агату Кристи? Это, это, это к чему шутка? Я на тебе, как на войне, А на войне, как на тебе, Но я устал, закончен бой, Беру портвейн, иду домой. Долго думает? Ляка да. Ну да, 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 да. Я, я так и подумал. <звучит> и послушай, что я скажу. Я устал. Сегодня я муха жук. <звучит> <звучит> Разумнее начать с этого удара. Я зря ГФИ прожал. Это ошибка. Но я не упал. Ладно. Жаль. Ну ладно. Какой раз за два матча этот ловкий габлинус не подбирает мяч? Он просто ловкий, понимаешь? Бывают такие габлинусы, которые особенно ловкие. Вот это, это особенно ловкий габлинус. У него идеальные навыки, а играет он как типичный роттер, я не знаю. Или кто-нибудь, как хемр, хмырь. Вот. Жаль, жаль. Ну, живи, граф, спиритолог юный. А живет. Так. Раз, два, три. Угу. То есть мы можем ударить и забить, я правильно понимаю, да? Еще можем вытолкнуть с поля Агилу. Трачу хорошие кубы на что-то странное, ладно. Ты можешь сошты. Ну, хотя, ладно, ладно, не буду больше баловаться. Имба проклятая, да, 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 да. Именно так. Я не хочу играть. Эх, ладно. Надо забить четвертое, а после этого просто лежим молды в, морды в пол, чтобы никого не потерять. Эх, ладно, ладно. Валику скуплен. Проблема в том, что я хочу проиграть. Это нелогично. Я не хочу играть. Я хочу... Я хочу вылететь из турнира и не идти в плей-офф. Все. А он мне не дает. Сика. Да как можно не любить играть на ХД? ХД имба вонючая. Это я играю на каком-то куске, прости господи, Бладбол, а он-то играет на супер-тиме. Ему то что не нравится? Это мне не нравится играть на вампирах, блин. Хватит. Не хочу играть на вампирах. Господи, ладно. Я, я наигрался на вампирах уже вот, вот так что мне хватит. Вот. Так так та 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 та. Может мне не бить здесь просто? еще секунду надо подумать. Если я сделаю... А, нет, 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 ладно. Или не ладно, стоп. Ладно, поехали. Это плохо. Я, правда, вообще не знаю, что можно в этой игре описать словами «хорошо», Не сдох, и слава богу. Но я действительно не хочу побеждать на вампирах, но вампиры меня заставляют, видимо. Я, я очень хочу проиграть этот матч, но не удается просто. Я прошлый матч очень старался проиграть, но мой оппонент старался в разы сильнее. Ну а тут вообще какая-то дичь происходит. Конечно, погода немножко портит впечатление. Это он мне хочет перекрыть вкладочку рабу. Но здесь фигня в том, что я могу сделать и пас рабу, а могу и вкладочку. Мне как удобнее будет. Кощей. Валикус поддается, понимаешь? Отличные кубы. Валикус поддается, поэтому результат не должен тебя вводить в заблуждение. Вот. Может, тебе всегда не хотеть побеждать на вампирах? Смешно. Так, ну Блиц, кстати, лучше дать-то в сюда. Внезапно спиритолог показал, что он что-то умеет. Знал бы, что пробью! Так бы не сыграл. Ладно. Так, сначала подождем. Вообще, по идее, мне разумнее дать здесь пас. А там уже давать вкладку. Так, так умнее. Придется реролл потратить. Жаль. В общем, погода помешала. Так у нас меч прикрыт более-менее. Можно было поставить, конечно. Все неплохо, только команды не осталось. Так все нормально. Да вообще, в принципе, ладно, что это еще приключений на задницу? Хватит. К команда, команда просто кончится, если я сейчас буду искать приключения. Надо просто посейвить вампиров, как бы. Четыре меча я не пропущу в любом случае. Даешь 5-0, а смысл гробить команду? У меня я это, мне и так Валикус уже убил четыре игрока, по-моему. Два в этом, один, то, ну трех убил точно, и там кто-то еще на помойку, по-моему. Валикус меня без пяток оставил. Мне Валикус сейчас бросил стоимость команды столько, что мама не горюй. Лучше бы он мне в утреннюю кашу насрал, бэм. Это второй матч? Да, это второй матч. Первый был значительно скромнее. Там Валикус железную ничью-победу отдал. Но если Валикус сыграет очень плохо, думаю, я забью пятый. А, господи. Ладно, без последствий. Это хорошая травма. 30 опыта у Бобби. Один опыт у Солора. 28 у спиритолога. У медведы мало. Ладно. Плохой удар, по-моему, то ли Валикус уже катается лицом по клавиатуре, то ли он на дизморале. Я не знаю, какой из этих вариантов кажется более адекватным. Думаю, все понемножку. Ну просто, понимаете, с этими двумя победами, вероятность того, что я буду играть в ПО 100%. Все. Но Гобас, конечно, ублюдок. Ничего не сказать. Гобас, Гобас мразотный. Абсолютно. Ты не убежишь, подлый трус. Ну что, коршуны полетели, а, у меня все добегает лол. Нормально. Ладно. Прям удивительно. Ну, стоим. Жалко, что не пробили горда. 5, -4, 5 -4, это не дубль, это, это мнимый дубль. Ну, Ванях, живи. <coughs> Оп, ПО. Но с удалением моей команды Валикус точно хорошо справился. Вот, тут, тут, тут не поспорить, тут не поспорить. А я еще деньги потратил на взятку. Ой зря, ой зря, Саша. Не на того напал, не на того напал. Ну ладно. План сейчас довольно понятный. Жаль. Не страшно. Вот этот куб я хочу пореролить, потому что он довольно важен, ну вот. Горда хочется отцепить от основной схватки, плюс держать еще корову. То есть это, это выгодно, с какой стороны посмотреть. Проблема в том, что осталось два рерола. А вот, и в этом плане это уже риск некий. Оппонент не подвел, и Дио, Брандо, Жожи не должны тебя победить. Пошнет, пошнет. Нет? Нет? Ты не пошнул? Ничего себе! Вау, не повышнул. Я удивлен. Как я ненавижу вампиров. <coughs> Ладно. 4-0 ты познал за нет. Ощущение, что Валикус специально играет на антирезультат, мне так кажется. Не могу сказать об этом наверняка, но на моменты были, которые вызывали вопросы. Показалось, что в один момент Валикус действительно пытался играть хорошо, но Нафл не прощает, и он уже начал кидать плохие кубы. Не могу сказать, насколько это правда, но было такое ощущение. Ну ладно, это нормальные кубы. Жаль. Придется покушать ближнего своего. Это немного не вовремя. It's tea time, да. Айчурсин ушел в нокаут, потому что понимает, что оставаться на поле страшнее, чем играть. Жаль. По ощущениям окно возможности уже закрылось, поэтому как бы драться здесь особо... Ну, в смысле, налегать на мяч как бы, ну, дело такое, последнее все уже настолько погано, что вряд ли мы сможем повоевать за мяч, поэтому окей. Можем, типа, поддерживать до 4-0, но посмотрим. Ничего не ясно. Ну, 4-1 будет, неважно, в принципе. Желательно не потерять ни одного вампира. Но здесь не игра... Ну, аптека есть. Пока аптека есть, конечно. То, что мы рабов потеряли целую пачку за две игры. Валикс меня, конечно, устроил чистки рядов. Чтобы, чтобы я больше не вспоминал о том, что, оказывается, можно поиграть вампирами в фулл сетапе. Вот. А то я поверил, что, оказывается, вампиры умеют играть в фулл сетапом. Это неправда. Спасибо! Спасибо, Бладбол! Да! Ой, он одиночка! Ой, хорошо так как! Муа. Вот это радость, ребят. Вот это чистая, незамутненная радость. Еще и фалы. Ну, Валикус реально... Я не знаю, что я ему сделал, но... То ли он так злость на дворфов вымещает, то ли на меня. Хотя я вроде с Валикусом ничего не делал. Я, у меня, может, склероз. Может, что-то делал. Я, я, такой. Я бэтбой. Ну, жаль. Жаль. Я зря подошел. Ну, ладно, ну, 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 идиот, что-то сказать, ладно. Типа, либо сейчас выбивание в 1D, ну, я, ладно, я закосячил, я, я зря подожду я уже расслабился. Это пусть стоит. Ну, наверное, спиритолог прав. Я... Мне вот надо не хотеть играть. Вот как только э в Чемпион Сладере мне захотелось играть за вампиров, так меня сразу наказали зонки с семью перманентками. А -а -а, нет, медведь, живи! Живи, медведь! НЕ ПОш! НЕ ПОЖ! Ладно, жив. Молодец, медведь, молодец. Я немножко эмоционален, самую капельку. Это вкладочка игол? Без риолала, ну ладно. Изи! Изи! Скилл! Да! Ну это, ну это на скилле, ребята. Тут, тут без вопросов. Так, давайте подумаем. Ну как подумаем? На самом деле план-то примерно понятен и очевиден. Значит, значит... Вот это мы даем сюда. А, не, стоп. Хорошо. Так. А мы отсюда не забиваем, да? Блин, ну ладно, я что-то плохо подсчитал. Мы не забиваем. Ну... Отсюда бы... Так. Да, ладно, мы, мы не забиваем. Я тупой. Ладно. Ну, надо хотя бы рамку свою оставить пустой, как бы, чтобы это... Ну, ладно. Гудсака. Ну, нормально. Мы, мы эвакуировали линейку. Хорошо. Как и не говоришь, ты сейчас опять полетишь в это. Ну, злой Валикус. А злой, как настоящий хоп гоблин ребята. Как настоящий хоп гоблин злой. Его команда сразу видно. Прям вот, вот, прям вот двар. Трушный. Единичку, будьте добры. Ну, живи, Бобби фон Некрарх. Это он еще пофалить собирается второго вампира. От души, брат, от души. Видел новое расследование ФБК про незаметную блондинку, которая, оказывается, рулит там бюджетами и тырпыр восемь дыр? Да, немножко посмотрел перед стримом. Знаешь, все, что я могу сказать, спиритолог, ну, меня вообще не удивляет. Меня как-то... Много пропустил. Да, не, Ваня. Вторую игру просто уже играем. Наслаждаемся немножко. Ну, единичка опыта. Жалко, что тому, кому реально была нужна единичка опыта, отлетел. Как вы забили 4 Не особо живы. Не особо живы. Валикус мне за эти две игры нормально так надавал. Хух, ты осталось только фол по вампиру. Жалко, хороший вампир, но там доджить было мало смысла. Аптека есть, как бы, я в нее верю. Мы еще один контрассист с трупиком даем, типа. Ну, манерный фол на 16 ход. Спасибо. Отлично. Реген не сработал. Окей. Валикус, ты должен был выигрывать. Ты должен был выигрывать. Нахрен ты это сделал? Специально слился. Специально слился, я уверен. Четверочку оставляем. Два раба как раз. Опыт лег погано. 25 пробоев, 3 нокаута, 5 трав. Нормально, в принципе. Покачались немножко. Капельку. Да, 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 да. Ой. Столько человек потеряли. Мы стоимость команды сбросили прям вообще сильно. Ну, ладно, не супер сильно, просто сильно. Ага. Ну, кстати, мы как раз можем докупить двух рабов, как бы, изи. Проблема в том, что у нас пятки кончились. Вот. То, что пятки кончились, это тоскливая новость. Не самая радостная. Пятка — самый важный член команды. А мы остались без них. Не, ну слушайте, нормально, в принципе. Жок, что у нас вампир особо не покачался. Здесь такая игра была. Ну ладно. Окей. Эх.